Александра Спилл представляет. Он пират. От создателей фильма «Эль Греко». Удивительное путешествие из Греции в Россию. Ты потерял свободу, но я могу тебе ее вернуть. Основано на реальной истории Иоанниса Варвакиса. Автор сценария и режиссер Янис Смарагдис. Весь мир мой. Меня ничто не остановит. Он покорял моря и человеческие сердца. Как я могу быть свободным, когда моя страна в рабстве? В надежде возродить Грецию. Он хочет освободить Грецию в одиночку. Самый богатый человек России волнуется о своей крошечной родине. Они ее просто уничтожат. Равняюсь. Иван Андреевич Варвакис. Скажи мне, что, черт побери, делать? Не существует абсолютно свободного человека. Сумасшедший! Легендарная история. За Варвакси! Я чувствую запах свободы, братья мои. Люди слепы. Я говорила себе. Это безумие. Невероятная история героя, которую должен знать каждый. Пираты Эгейского моря. В кино с 27 августа.